Всем привет! С чего начать укладку плитки? С пола или стен? Это вечно спорный вопрос. Но мы проэкспериментируем и все же попробуем начать с пола. Пол мы уже поклали, теперь приступим к стенам. А перед этим выпьем по чашечке кофе и подумаем над этим, как нам лучше всего это сделать, что из этого получится. Поехали! После завершения укладки пола мы приступаем к подготовке стен. Грунтуем и после полного высыхания делаем разметку, после чего производим укладку стен. Размер плитки у нас 30 на 90, ректификат, довольно-таки качественная плитка, что позволило нам оставлять зазор в 1 мм. Единственный недостаток, она слегка горбатая. Так как на полу плитка тоже горбатая, уровень на стене мы корректировали клиньями. Единственный недостаток – это то, что при укладке второго ряда и его усадке сбивается нижний ряд, то есть клини отходят. И при каждом вторым и третьем рядом приходилось корректировать первый ряд. Я вам так скажу, класть на готовый пол – это просто жесть, никому не посоветую. Во-первых, скорость падает в раза три, а также очень сильно теряется качество. А если где-то пропустишь, то пиши пропало. Короче, не делайте так. Это бюджетный вариант. В нашем случае лучше класть со второго ряда. Что мы и сделаем в ванной комнате. Но это будет в следующей части. Также мы покажем, как добиться высокого качества и не потерять при этом скорости укладки. Кому будет интересно, подписываемся на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Да, пришлось помучиться, чтобы добиться такого. Далее приступаем к откосам. Приобрел новый лазерный построитель, теперь уже с пультом. Сравнили со старым лазером, вроде все совпало. В принципе, если желаете, я смогу на него сделать обзор. При укладке откосов нам приходилось пользоваться вибр-присоской, чтобы углы не выглядели горбатыми. Ну и вакуумная присоска от DLT тоже хорошо выручает при укладке и корректировке плитки.
а у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.